Начинаем новый цикл фонологических записей. Сегодня уже конец января, я не знаю какое число. Посмотрю, напишу. Мой прошлый канал, чтобы на него попасть, напишите Сергей Ткачев-Масленицев-Боровичах. Он мне уже, ну, не подчиняется. Так что теперь мой канал вот этот. Второй раз, второй фенологический круг с конца ноября 2017 до января 2019 года. Итак, конец ноября 2017 года. У нас тут перенесено в гараже. Тут какие-то везде за окном. Там кот. Она не видно, что снег идет. Просто снег выпал, сколько ждали снега, наконец-то снег выпал. Там минус 2 где-то, да? Он там уже ножницы. Да, человеку нужно. Чтобы создать осязание, нужно как бы до всего дотрагиваться. Я об этом уже рассказывал. Итак, выходим на улицу. Уже вокруг меня. А вот что. Картинный вид. Белая, черная, черная. Выпавший снежок. Если где-то лепти, остается снег левится в такую штуку. Можно комокс. Тут кто-то уже ходил до меня. Буквально вот оттуда. Вот так все выглядит у нас. Пришел кот. Вот так вот. А здесь вот. Вот снег. Она не видно, но если снять свечи, заметно становится, как он падает. Всему темному. Такая махинища помещается вот по всем заборам. Белый снег. Видно, как он спускается. Я снимаю только падающий снег, не предметы, снег только. Как он падает. Очень сложно не сбить ее запись. Эту же запись я буду повторять каждый месяц. Этот же маршрут будет видеть магические изменения. Так. Там видно, что идет снежок. Нет? Просто кажу с увеличением. То на всех избах.
Опадает снег. Вот, хорошо. Для нас вот сейчас снег является событием. Поэтому я его и снимаю так активно. Это как бы для нас новшество. Реально, наконец-то снег. Кот лазает по штукам. Ну что? Идем дальше. Так. Находится стол. Вот, нарушаю. Снегом. Тут все в снегу. Я решила. Вместо малин остались тут какие-то непонятные ветки. Чтобы что-то также убого выглядит сарайюшечка. Это что-то. Это капец. Это классика. Вернулся, чтобы показать, что так просто. Просто нет и нет. Это спался и не звучит. Скоро где-то тут он. Супер обещание. Это крыжовник. Это высохший. Хотела сказать подвыпивший, стал каким-то китайским. Снег падает. Сейчас снегопадение снимаю. На все окружающие кучи. Мне там надо идти по делам, так что я не очень много. Какой-то 18 век, что-то такое, тоска какая-то. Старинный. Снег, 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 снег. Кот вот тут вот. Хищник. Вот на лесу он похож. Вокруг меня все белым-белым. Чудная картина, как ты мне родна. Я там даже сочинил. Белая равнина, детство, старина. Потому что детство — это как старина. Подходим к яблоньке, еще раз белое, потом у нас будут такие сугробы лежать. Остатки каких-то яблок не очень хорошего качества, остатки каких-то не опавших листьев. Вот такое, вот такое-то, такое-то, такое-то. То ли белое, то ли хрен какой-то. Вон там две крыши тоже такие белые. Видимо, увеличение тут не требуется.
Ну, у меня теперь безлимит. А, код прошу. Код прошу. Код прошу. 2,5 часа съемки, вот поэтому я блин. Наручечки начали подмести. Вот хорошо вам виден на скамейке. Его следы. Все такое впиваемся. Ну я знаю, что я когда я захожу в этот угол, то эта штука начинает раздражать. По-аскельжонка. Ну, это первое, это открывающее фенологический сезон. Запись конец ноября. Я посмотрю по календарю, скажу, какой. Так, в субботу было 25-е, в сентябре 26-е, понедельник 27-е, 28-е, 29 ноября сегодня выходит. Первое зимнее, наверное. Кот там. И снег. Подарок на первый день. Ну еще потом сравнить там здесь весенние, осенние, все эти записи. Тут и не пройти. Сильно нет. В этой канаве, сколько я раз уже. Тут как будто где-нибудь здесь кормушка бы висела. Все эти стволы тут тоже. Во-первых, там здесь есть минимум уже однообразие. Я так собирался только так сначала показывать все этого. Ух ты, тут яблоки такие. Весь Артём там снимает. А хоть снимает он, что тут яблоки висят. Какие-то зимний сад. Зимний сад, зимний сад. Белым сном деревья спят. Да им как надо. Цветные снятся сны, яблочки. Вот там вот. Раз не видишь, хоть у меня ручки. Тут замерз. Похоже на китайский фонарик. Все стало таким стеном каким-то. На фоне белых снегов. Смотри, где я иду. А иду я по каким-то кочам. По вот каким-то таким. Теплицы. И теплицы. Ягоды. Не знаю, свистели, прилетали, нет. Вот. Это строит. И это у них бассейн или что-то такое. Наверное, мы на праздник. Было еще, но у нас праздник. Когда так и ехал. Да. Нам холодно. Уже. Зачем кошмар мы пришли? Ау. Да, что-то я уменьшился рановато чуть-чуть. Нужно же показать, что происходит. Снег. Первый снег. Вот мы все рядом. Первому снегу. Фенология пройдет. С первого снега до январского следующего года.
Я еще и в лес хожу. Тут кот здесь. Его снимает. Себе снимает. Так, у меня такой базовый холм тут один, хотя это будем уже весной делать. В первом снеге. Потом я приду, когда тут уже будут сугробы лежать, и ничего этого будет не даст. Последние какие-то желтые остаточки. Да, как китайская живопись тоже. У меня же еще тащится, блядь, сейчас он сбербанк. Так что кофе просто. Колодец заложили, чтоб просто никто не натыкался, он у нас провалил. Ну и... Дошли мы наконец-то. Если, думаю, стоит закончить запись сегодняшнюю около вот этой стены. Передав все наше угодье в первом сниму. Скажу только, что вот это я там не сниму. Вот первый снег на досках. Так. Потом взяли все такое же, как у нас. Только первый снег. 29 ноября, похоже, 2017 года. Возможно, создание Краеведческой республики. Так весь первый снег на досках и на компьютере.